Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с Йозефом и Димой приехали на Рейн. Попытаемся на воблер половить ночного судака. Ну и как всегда, все, что получится из этой рыбалки, вы увидите из короткого радиорепортажа. Друзья, ну вот закон подлости. Сейчас именно, когда включал камеру, был сход. Зацепил неплохого судачка. На первом волнорезе мы обловили, поклевок у нас не было. Сейчас вот перешли на второй, поставил я крэкджек, такой 58-й, начал с декстера ловить. Там не было ни опыта. Сейчас поставил крэкджек, 58-й поклевочка. И потянулся к камере, включил камеру, и в это время сход. Так, все, буду менять воблер, видно, тройнички подзатупились. Второй сход подряд. Ну, первый сход был нормальный, сейчас какой-то небольшой взял судачок и опять сошел. Друзья, вот сейчас поменял я воблер свежими тройниками, и сразу же вот судачок, не знаю, вытащу, нет, сегодня что-то не прет. Опа, есть! Да, и свалился, смотрите, просто очень аккуратно берет. Вот такой судачонок есть. Что значит свежие тройники? Друзья, вот такой вот красавчик в районе полтинничка. Сейчас, подожди, фотку сделаем, мы тебя отпустим. Мы приехали сюда, как раз ехали, гроза шла, ливень сильный. Мы ехали вообще-то совсем на другое место, но там показало, что будет до часу ночи гроза, и мы вернулись немножко ближе. Ловим на абсолютно незнакомом месте. Я здесь ловил в этих краях, но немножко в другую сторону. Это было лет 10 назад, поэтому не знаем здесь ни где глубины, где умели, так вслепую. Конечно, оптимально бы по-светлому разведать все места, а потом уже здесь ловить ночью. Ну, как получилось, так получилось. Вот после дождя много мусора несет. Видите, сейчас вытащил полный воблер, был полный травы. Хотя, ну, по идее, на Райане немного мест, где вот так вот зарастает травой. По крайней мере, у нас. Вот. Что хочу сказать. Значит, я ловлю на ультралайтовую палочку. Ультралайт все-таки, да. Это ZMX Impressive T732. Значит, у него тест от 0,5 до 6 грамм. В принципе, такая универсальная палка, я на нее ловлю и форель в пруду, форель в реке, микроджик, дропшот, все точно так же спокойно можно ловить на легкие воблеры, также рыбачу. Вот, тут же 77-й Грэди Гатс справляется очень даже легко. Я состыковал с катушечкой Shimano Stella. Здесь Саша Кормилюк намотал мне 0,0, вот не помню, то ли 0,04, то ли 0,06 какую-то дайвовскую лесочку, точно не помню название. Знаешь, что разрыв у него где-то в районе там 2 килограммов. Ну, как правило, для судака этого вполне достаточно. Как бы не такой сильный боец. Фактически на такую леску любого судака можно вытащить. Но если что-то покрупнее пойдется, тормоза просто побольше ослабить. Ну, посмотрим. Мы вот начал ловить, это мы, наверное, 10:30. Сейчас время к 12. Вот только на одном волнорезе была рыба. Мы прошли уже пяток волнорезов. Вот у меня было 2 схода, потом поймал я. На свое место Диму поставил. У него там была поклевка, но не реализовал он ее. И все. Ну, сейчас поглядим, что у нас дальше будет. Полазим, сколько сил у нас хватит. Не молодые чай уже. Время летит неумолимо. 20 минут первого, поклевок больше нет. И причина не в том, что рыба не активна, а просто лето, жарко, очень большой прессинг. То есть мы идем впереди, нас 2 человека идет, за нами идет 2 человека, мы втроем идем. То есть фактически, кто успевает первый подойти, снять активную рыбу, тот и ловит ее. И пока мы в догоняющих. Ну вот, наконец повезло. Да, я мокрый, как поросёк. Ну, не важно, но счастливый. Да. О, освободился. Нормальный уже судачок, да, уже такой ближе к полтиннику. Красавчик. Бери в руки, будем снимать. Давай, подержу спиннинг, доставай. Только за воблер не схватишь, не накались. Воблер сам там оставить? Он пусть там, не важно, ты главное судачка нам покажи. Ну-ну-ну.
военный. Ну, в Голландии ты уже один раз судака поймал, а сейчас вот, да, пожалуйста, вот такой красавец первый в Германии, да, покажи его. Лампочка только твоя полностью слепит нашу камеру. О, о, поздравляю. Данка. Суперски, молодец. Так, друзья, ну вот и Йозеф ушел. Только посмотрите, какого он язя поймал. По-немецки Аланд. Закилушный. Супер, Йозеф, Петри. Dankeschön. Друзья, посмотрите, какой ясь. Красавец. Жалко, Йозеф не умеет по-русски кричать. Ясь, рыба моей мечты. Но в любом случае супер. Все мы ушли от ноля. Учитывая, что впереди и сзади за нас идут люди, то это еще неплохой результат при таком прессинге. Дорогие друзья, нашу ночную рыбалку мы заканчиваем. У Йозефа еще был сход судачка. Больше поклевок не было. Но и так, слава богу, при таком количестве рыбаков, когда мы на одну буну заходим, люди нам навстречу приходят. И мы уходим, а на эту же буну опять люди заходят. Так что при таком прессинге мы еще неплохо отловились, чего и вам желаем. Заканчиваем наш радиорепортаж. И, как говорится, всего хорошего. До новых встреч. Пока, или как по-немецки, чего? Чус! Чао, чао.